Приветствую всех, с вами снова Damascus Refical, и сегодня мы с вами поговорим про VPN-сервис. VPN шифруется как Virtual Private Network, используется для смены IP-адреса. Как мы знаем, есть много программ, которые предоставляют нам таких услуг, но сегодня мы с вами поговорим о специальном VPN-сервисе, который устанавливается не как программа, а как расширение для браузера Google Chrome, а также для Opera. Я покажу пример на браузере Google Chrome и объясню, почему я советую вам выбрать именно этот сервис. Первым делом, этот сервис является абсолютно бесплатным. Вторым, то, что VPN-сервис используется для смены IP-адреса, при этом используется прокси-сервер. В обычных программах предоставленный прокси-сервер работает медленнее, чем ваша настоящее соединение, но в этом сервисе прокси-сервер работает на том же уровне, что было до этого. Все это звучит довольно запутанно, но я вам сейчас все объясню. Первым делом, в строке нашего браузера мы определяем настоящий IP-адрес, чтобы сначала показать, под каким IP-адресом мы вошли в сеть. На данный момент никакого шифрования нету, VPN-сервер отсутствует, из этого показывает наш настоящий IP-адрес и страну Азербайджан. Потом мы проверяем скорость нашего подключения. Это плагин Speed Test, вы можете зайти на этот плагин через любой другой сайт. Нажимаем тест скорости и видим. Так как у меня ADSL подключение через телефонную линию, у меня показывает скорость 3,5 мегабита. Это настоящая скорость. После чего мы заходим во вкладку настройки, выбираем пункт расширения, листаем все вниз, нажимаем на кнопку еще расширение. В поисковой строке пишем .vpn. У вас выйдет вот такая вкладка, огромными буквами написано .vpn Free and Secure VPN. Нажимаем на кнопку «Бесплатно», ожидаемся окончания установки. Нажимаем на кнопку «Добавить». Это занимает пару секунд. И как мы видим, наш плагин, точнее наше расширение, успешно установлено. Нажимаем на эту вкладку. Все очень просто. Вам нужно завести бесплатный аккаунт, что я вам прямо сейчас покажу. Пишем наш email адрес. Даем пароль. Пишем имя. Нажимаем на кнопку Sign Up. Это делается всего лишь один раз. И только один раз. Как мы видим, у нас просто превосходный дизайн этого плагина. И он включается автоматически, но мы его отключаем, потому что будем выбирать сами. Все очень просто. Выбираем страну, под которой мы хотим подключиться. Тут немалый выбор такой хороший. И после чего нажимаем эту страну и автоматически подключаемся. Я выбрал страну Россия. И видим, что подключение произошло. Можем это проверить. Проверяем наш IP-адрес. Сразу видим, что геолокация меняется и, соответственно, IP тоже. После чего самое главное, мы хотели проверить скорость. То есть при измененном соединении через VPN-туннель, чтобы наше соединение было так же стабильно, как и без VPN-сервиса.
обновляем эту страничку, заново проверяем скорость нашего соединения. Вы можете видеть, что у меня было до этого 3,5 мегабита, и та же самая здесь и сейчас. Дальше проверять тоже смысла нету, одно и то же. Мы заходим в наше расширение, в любой момент меняем наш IP. Например, French, то есть Франция. Обновляем нашу страничку. И видим, что местоположение меняется. Также можно проверить скорость нашего соединения. Скорость соединения остается таким же стабильным. Я не вижу необходимости проверять все эти зоны, потому что все они работают идеально и превосходно. Тут можно настроить специальные возможности или же оставить по умолчанию. Тут настройки вашего аккаунта и так далее. Всем огромное спасибо за просмотр. Пользуйтесь расширением. Надеюсь, что видеоурок был для вас полезным. Всего вам доброго. Встретимся в новых видеоуроках.